В любом случае, мне понравилось то, что Кунка достаточно хорошо отстоял против газов. Драка на верху, Венга сейчас может погибнуть, это Венга выживает. Огромное количество всего делает вот это вот просто могильная плита. Дайнга забирает здесь Абадона, пришел Дазл Смида, скорее всего заберет здесь Леона. Леон погибает, ну, Питлорд вроде живет. Вот должен жить. Хотя под ультой Андайнга. Нет, пардон, уже резнулся. Как же много там он впитывает урона. Здесь еще и Дазл. Но Дазл будет ли оставаться драться с Абадоном? Нет. Вообще тайминги не просчитаны. Стана от скилла молодого человека на верхнюю башню сил. Настройки записи Юнгуси. Ставь запись студийная. Низко, я пал. Шипит. Вещи тебе не суждено увидеть. Шипит. Сейчас я послушаю. Шипит. Вещи тебе не суждено увидеть. Шипит. Сейчас я послушаю. Ну вообще, если честно, я не слышу такого шипения, но ладно, не буду пока отвлекаться от игры, в перерыве решим этот вопрос. Силы света укрепили свои сооружения. Да, ты гений на Дастле 100%, типа, это из моего паблика чувак. Вот здесь, кстати, честно, Леона могли подбайтить. Да. Кунка пришел. Ну вот это Кунка. Короче, Кунка с армлетом, это Кунка здорового человека, вот это Кунка. Центральную башню сил тьмы атакуют. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Интересно, кто забирает Рошану. Да, Рошану все-таки должны забрать Дайр. Но срывается уже. Уже даблкил оформляет команда Radiant. Но на развороте там сейчас настреляет, конечно, Тракса. Тракса настреливает, настреливает, настреливает. Питлорда убило. Тот не успел кинуть ничего на развороте. И Кунки сейчас тоже придет конечно. Если его... Что ты делаешь, чувак? Иди Кунку развали. А, не дохнем мы. И все, проигрываем. Игра проигрывается. Я не знаю, кто колет в команде Hotpot, но... Судя по всему, никто. ГК пишет, Винга, в принципе, заслуженный проигрыш. Что? Камера, какой кулдаун? 28. Драк начинается в лесу команды Дайр. Забрали через ультимейт Гримстроука. Здесь живет пока еще Джакир, очень долго живет. Дарквилл в размен забирает. Есть коса у Некролита, ну догорает. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Но опять же, в размен на тир 1 силы тьмы укрепили свои сооружения. И в агвардчик дальше паджик взять. Если тут сейчас спалит Некро... О, Некса. А, Некса здесь спалили. Лексу здесь уже нижняя башня сил тьмы разрушена. И это 14 уже говорят от пассивки у Жирнича. Боже, я просто смотрю на этого Жирна, он мне становится страшно. Если сейчас Разор не отойдет, он может подстрелить. Кста. Но не подстревает. Хотя в Никс, Вендете, Никс. А в итоге Леона заберут. Боже, промазал куком, серьезно? А вот Жирного сейчас заберут, кстати. За мной пришли. Нага решил себе диффуза, кстати, не дособирать. Нижнюю башню сил света атакуют. Строк утонул, шикарный Саймон. Террорайз пошел, террорайз не попадает ни по кому. Это минус 2, скорее всего минус 3, минус 5, минус 6.